у нас проходит второй зональный этап областных детских соревнований дружины юного пожарного. Второй зональный этап данных соревнований, что значит зональный этап? Значит зона, значит 10 районов Московской области приехали сегодня к нам для участия в данных соревнованиях. Данные соревнования очень важны для популяризации пожарной охраны, для того, чтобы дети заинтересовались этой профессией, поняли, что это такое, побольше о ней знали. Первый этап прошел в начале года, второй этап, и, значит, будет третий этап соревнований, и победители поедут уже там на областной этап. Есть у нас 5 номинаций. Сначала у нас эстафета, вот перед вами домик, который преодолевают участники соревнований. Потом они бегут к забору, перепрыгивают забор, идут к буму. И последний этап – это тушение противня. И по последнему засекается время. Значит, потом у нас будет конкурс узлов, конкурс знатоков, приветствие команд и так далее. Ноги дрожали, адреналин был. Вообще, как вам профессия пожарного? Вы хотели в будущем стать? Интересно, да. Интересно, профессия опасная и спасает людей, помогает людям.